Друзья, всем огромный привет. Мы в эпицентре с вами. Новогодняя ярмарка. Но такое впечатление, что мы с вами тут столько всего много, что мы с вами не обойдем и за целый день. Сейчас найду самое интересное и походим с вами. Был во многих эпицентрах, сразу говорю, пока не забыл. Мы находимся с вами в эпицентре, который находится на Берковецкой. Гляньте, как красиво придумали инсталляцию. Северные мишки на санях больших с елкой рождественской, новогодней. Так, столько много веток всяких. Ребята, друзья, подписчики. Одна веточка 183 гривна стоит. Вот такая веточка. Ой, что же вам выйти? Вот она сбоку. Так, вот такая веточка, 183 гривны. Так, дальше, это тоже белая 183. Гляньте, какая калина красивая. Класс, да? Это 144. Вот цены. 144. Так, смотрим дальше. 165 заснеженные калины, рябины. 89 вот такая. Чуть подешевле вот такие. 89. Красивая. Но мне, честно, ребята, я в Юске... Ой, никого нет, но можно маску снять. Мне в Юске понравились вот эти вот веточки. Но там, правда, вот такая вот 135. Таких 5 штук на одной ветке. А здесь 97, одна папороть. Так, всякие-всякие белые, разные, заснеженные тоже классные. Ух ты, гляньте, какая красивая, 115. Вот такая 115 веточка. А гляньте, какой хлопок. Друзья, гляньте, какой хлопок красивый. Сколько он стоит? 159. Ой, 159 вот такой хлопок стоит. Красотень. Ребята, сегодня буду показывать, наверное, не столько игрушки новогодние, круглые, потому что столько уже в видео новогодних круглых игрушек, как покажу вам всяких таких интересных вот этих вот веточек, декоров красивых. Такого, что не было. Классный этот эпицентр. Так, я уже сказал, да, эпицентр на Берковецкой. Так, а эти веточки почем у нас? Ого! 225. Вот такая веточка. А перья белые, как в этом... ребята, как, господи, в Юске точно такие же, 240 тут, а в Юске 135. Ось такие периночки. Так, обойдем с другой стороны сейчас. Так, может, кому-то и нужно ветки. А что, ребята, расслабляйтесь, отдыхайте, усаживайтесь поудобней. И будем смотреть с вами все на эту красоту. Так, 89, ой, господи, оно все вместе, ладно, не буду вытягивать. Все вместе, вот это выпало. Вот такая 89. Ну, но когда все вместе, знаете, оно все красиво смотрится. Оно когда побольше, так знаете, его все побогаче. Вот такая вот 115 веточка красивая. С шишками. Красивую вазу какую-то, да? Накупили все вазы в АТБ. 165 вот такие. Зеленые и золотые. Гляньте, какое жар птицы перо. Ух ты, класс. Красота, да? Сейчас я вам скажу, сколько оно стоит. Так, 171. Да. Ой, тут еще есть, гляньте, золотые, ребята. Класс, да? Гляньте, и в золоте есть. И красные. Прикольно. Так, папоротники. Так, обыкновенные ветки по 127. Сколько вот, как она смотрится? Так, вот такая вот веточка 127. Такая малюсенькая. Малюсенькая. Так, заснеженные. Это мы уже видели. Так. Ой, вот это тоже красивая. 127. С такими. Ой, тут побогаче. Тоже вазу красивую такую. 127 гривен. 184. Так, веночки. 385 вот такой венок. А видели в АТБ какой завезли, какие завезли венок? Венки на этом, на сене или как там, ой, забыл как, да. На сене такой веночек. О, 80 гривен тоже такого размера. Так, это я вам цену сказал. Так, вот этот вот 388 стоит. Так, вот такой 380. 300, сколько? 430, ага, понятно. И вот такой вот. Ну, тут больше такого тоже и натуральное. 320 вот эти деревяшки. Так, а этот цены не вижу. Так, вот эти вот тоже классные, знаете, вот эти вот такие висящие. А их тут целая куча много, ребята. Их тоже, знаете, можно красиво оформить. Так, 545 вот такая. Она больше, чем метр. Сколько по длине, сейчас вам скажу. Чтоб не... 1,50 м, да. Но она, смотрю, что она такие большие, метровые. С оленями.
белые, снежные. Ну вот эти вот, смотришь, как в прошлом году были. Ну вот эти богатые, действительно богатые, такие красивые. Так, вот эти заснеженные по 360. Вот эти по 360. Так, вот эти тоже классные такие, с шишками, в золоте. Сейчас вам скажу цену. Так, 400 гривен. Тоже красивые. В золоте есть. Ой, вот это тоже обалденное, ребята, гляньте, как красиво. Да. Так, вот такая елка 280. Небольшая. Подсвечники открыли. Вот открыл. 68 гривен. Вот такой подсвечник. Угушки. Сколько угушки? 174. Так, эти елки тоже красивые. 400 гривен. Мне нравится. То, что натурально сделано, тоже красиво. Гляньте, какой подсвечник красивый. 194 гривны. Что тогда куплю сегодня? Сани. Опа, упала елочка. 220. А Саня, да что ж ты падаешь на меня? Криво стоит. Господи, оно сейчас все упадет. Мамочка, да. Все, олени попадали. Еще Новый год не начался, а вы уже падаете. Так, 290. 540 оленей. Все, упала елка. Боже мой. Боже, ребята, чего только, чего только. Глаза разбегаются. Знаете, для всего этого нужно целый дом. Сколько звезда вот такая стоит? А, цены нету. А, вижу, 144. 105. Ой, шикарный венок. Ребята, шикарный, гляньте. Сколько? 515. Красота. Я вам скажу, что не ждите в эпицентре на вот это вот все черная пятница. Тут такого нету. Они то, что не продали, складывают обратно и выставляют на следующий год. Вот это все с прошлого года. Здесь у меня прошлогоднее видео, я все пересмотрел, только цены поменялись. Были по 600, а сейчас по 900. Ну, красиво смотрится, да? Оно все такое интересное. Очень красивые эти олени и елки. Но я говорю точно, в свой дом. С каждым годом все красивее и красивее украшения. Даже под интерьер, под ваш цвет ваших стен можно подобрать кучу украшений. 388. Такой дешевле веночек. Вот был по 500. Елки, подсвечники. Красота. Ой, какая красота, ребята, я хочу такой. Гляньте, из листьев сделано кашпо, шишки, все натуральное. Кроме вот этих вот. Кроме елки, а так, посмотрите, все натуральное, кашпо из... листьев, шишки, вот это этот сухостой, как его будяк называется, покрашены. Класс. Так, тут подобрали такой все, знаете, в пудровом цвете. Но я вот это кашпо точно возьму, друзья. Сколько оно? 279. Оно обалденно мне понравилось. Очень мне понравилось. Гляньте, сколько тут Дедов Морозов, Санта-Клаусов. И какая красивая елка. Очень красивый эпицентр украшает на Новый год. Обалденно они все это украшают. Так, тут можно украсть идею, как украшать елки. Вот это мне понравилось тоже в таких нежных таких цветах классных. И сама елка такая красивая по цвету. Гляньте, с цветами, с перьями, с птицами и с ажурными игрушками. Так, вот еще одна елка. Уже кто-то разбил игрушку. А эти игрушки стеклянные очень дорогие в эпицентре. Красота. А посмотрите за ней, какая красота стоит. Заснеженная, заснеженная красавица. Сейчас мы подойдем туда ближе. Вау, ребята, гляньте. Вот это класс. Хоть красный цвет меня, знаете, как-то не привлекает, но елка красиво украшена. Можно подойти и разглядывать. Гляньте, и ветки, и эти рождественники, и птицы, и игрушки разные. Класс. И ветки даже есть с шишками. Обалденные подушки декоративные. Очень много разных подушек. Друзья, на подушек цены нету. Вот если найду цену, сразу вам скажу.
Ну, прикольные декоративные подушки, сразу такой уют становится. Ой, а тут кто? Все разные. С любовью. Так, вот, например, такой Санта сколько стоит? 899 гривен. А чуть поменьше, чуть меньше. Сколько ты стоишь? 750. А в Юске такой, сейчас по акции, 299. Девочки-лоси. Хотел бы цен... А, почти 1000 гривен. Девочки-лоси. 240. 5400 гривен такой Санта стоит на... А, что он на мотоцикле с подарками едет к вам? Класс. $490. Так, лосята по 120, Санты по 120. Прикольные. Ребята, очень красиво украшен. Вверх такой. Сейчас мы еще с вами пойдем на посуду новогоднюю. Посмотрим, что там. Какие там цены. Так, а вот эти вот лоси в зеленых шапках, с зелеными шарфиками, это новинка. В прошлом году таких не было. И цены, понятно, есть. 479 гривен. 329 вот такая елка. Кстати, мне понравилось. Смотрится как натуральная, как живая. С камнями, с камушками. Классно смотрится. И вот эти вот эльфы. Тоже новинки в зеленом цвете. Они стоят, сейчас я вам скажу, они стоят 509 гривен. Еще один вариант елки. А мне понравились гирлянды в виде вот таких вот снежинок прикольных. А сейчас я вам покажу верхушку. Гляньте, кто наверху сидит. Друзья, очень много таких вот рождественских декоров. Нету открытого, но я думаю, что он очень красивый. Тут, наверное, на батарейке идет. Красиво тоже смотрится. Обалденно. Так, тут таких все в розовых тонах, цветах. Так, шишки, елки, звезды. Гляньте, как красиво упаковано. На маленькую елочку, да? А вот эта красавица, что на елке была. Посадили ее тут. Так, вот цветы, которые можно тоже украсить вашу елку. Один такой цветок стоит 89 гривен. Олень в розовом цвете. И олень такой. Ма, это олениха. Гляньте, какая модница. В такой вязаной кофте. Вообще шикарная девушка. 348 гривен. Со вкусом, мадама. Подсвечники такие классные. Так, вот в таких цветах. Цветы вот в таких цветах. Ой, а это что такое красивое? Тоже что-то такое красивое. Сколько оно стоит? Хочу посмотреть. Цены нема. Но оно мне понравилось. Красивенькое такое для декора. Тут тоже всякие штучки для декора. А, вижу, 63 гривны. Кстати, они тоже в разных цветах есть. Вот на полочке. Нашел. Разные банки с этими... на батарейке, да, идут? Да. Только не светятся. Нужно батарейки. Ну, понятное дело, все на тематику Нового года. Лоси в снегу. В снегу. Так, тут что у нас? Вот такой набор за 216. А, две игрушки. Так, птицы, тигры. Понятное дело, год тигра. Друзья, гляньте, какого красивого Санта-Клауса спрятали. Бирюзового, в моем цвете. Куча много всего, ребята. А, значит, я уже сказал, да, улица Берковецкая. Если что, приезжайте сюда. Здесь самая красивая ярмарка новогодних украшений. Так, вот такие две розы. 49. Сейчас мода пошла, ребята, украшать елки цветами. Это... Или это одна? А, одна 49. Я думал, это парочка. Одна 49. Такие тоже еле-еле фиолетовые. 69. Так, понятное дело, много игрушек круглых с тигряшами. Это должно быть у каждого, да? Игрушка такая. Сколько она стоит? Ой, блин, не видно. А, это стеклянная, 144. 144, понятно, разукрашена вручную, маленькая. А вот большие, 225. 225 большие тигряшки. Ой, всегда смотрю с таким умилением вот на эти наборы деревянных игрушек, ребята. 142. 142 гривны стоит вот такой набор деревянных игрушек. Там и ангелы, и звезды, и лоси, и елки, и снежинки, и лошадки, и звоночки, колокольчики, и месяц. Классно. Натянуть, гляньте, да? А, это даже, и даже идут эти шнурочки натянуть и на елочку повесить. Класс. И вот эти мне нравятся тоже, деревянные, 154. Прям такие, как старые-старые игрушки. Класс. Друзья, гляньте, что я нашел.
набор старых игрушек. Ну как старых игрушек? Под старину. 603 гривна. А, 5 штук. Правда, они свои места потеряли. Гляньте, все разные. Ой, гляньте, какие красивые. Точно как игрушки из СССР. Прикольно. Молодцы придумали. Классные наборы. А сейчас я вам еще один набор покажу. Огромный и большой набор. Гляньте, какой красивый. Класс, да? Красота. Ребят, красота. 68. Боже, какая прелесть. Гляньте. Это кто? Это точно, вот это вот я, потому что, ну это летом, а меня так одевали, знаете, укутают меня тоже так зимой, укутают, бабушка укутывала меня зимой, что я выходил на улицу и не мог даже снега в руки взять и слепить шарик. Все дети бегали, на санках катались, а я как вышел, меня поставили, так и меня и занесли. Гляньте, какие игрушки стеклянные, 140 гривен, одна игрушка, просто прелесть, класс. Что-то я в себя вспомнил такого неповоротливого в этой шапке-ушанке. Вон, ты еще уточку нашел, вон еще мама-мишка. Мама, медведица с Мишкой. Класс. Ой, ребята, вспомнила я свое детство, как меня бабушка одевала. Все дети бегают, на санках катаются, с горки поднимаются, а я же не могу ни встать, ни сесть, ни побежать. Гляньте, какие тоже красивые эти железные, мигающие. В свой дом, возле своего этого дома поставить на террасу. Вспомнил с детства свое, так смеялся, думаю, и что с этого? Мама приходила, чуть легче меня одевала, снимала с меня это пальто тяжелое, эту шапку-ушанку. И я хоть с детьми на санках вечером покатался, потому что днем бабушка меня за мной это смотрела. Гляньте, какая елка, тоже на батарейках, как в Юске. Ну, в Юске покруче она. Ого, 438, а в Юске огромная, огромная такая. Я себе взял по этому, на Черной Пятнице потом сделаю обзор за 199. Так, а эта елка 351. Друзья, красивый тоже, красивая ярмарка, интересная очень. Все, буду заканчивать видео. Всех с наступающими праздниками, всем крепкого здоровья. Еще иду, поснимаю посуду новогоднюю в эпицентре. Всем пока-пока.